Тональная основа Кушон Джордани Голд. Я почувствовала себя слегка динозавром, потому что впервые слышу, держу в руках и пробую продукт благодаря нашей продвинутой современной компании. Первый плюс – это очень качественный стильный футляр, как в принципе и во всех продуктах Джордани Голд, который приятно брать в руки, открывать. В комплекте есть спонж, которым мы будем наносить тональную основу. Он не похож ни на один другой спонж, который мы привыкли видеть. Очень мягкий, очень воздушный. Его можно мыть мылом, и он при этом не расползается. Что же такое тональная основа кушон? Кушон в переводе с английского – это подушка. Это такая форма выпуска тональных средств, когда в футляре, напоминающем пудреницу, располагается подушка кушон, пропитанная тональной основой. Вот именно это она и есть. И когда я впервые увидела это средство, я не поняла, что же это такое. Я еще не изучила теоретическую часть продукта и думала, как же они сделали тональную основу в виде какой-то губки. Оказывается, это действительно подушка, пропитанная тональным средством. Основа кушон содержит ряд ингредиентов, которые помогают выровнять тон кожи, скрыть несовершенство, придать коже молодой вид. Это все за счет гиалуроновой кислоты в составе. Она делает кожу гладкой, напитанной, увлажненной. Очень омолаживает. И комплекс из морской воды, экстракта абрикоса, зеленого чая, тыквы. Они питают кожу. Как мы используем тональную основу? Мы набираем ее на спонж, прижимая его к кушону, вот к этой губке, пропитанной тональной основой. Как бы вбираем спонжиком тональник из губки и наносим основу с помощью спонжа легкими прижимающими движениями. Получается очень-очень естественное матовое покрытие, которое можно наслаивать несколько раз. И это очень удобно. Можно сделать и легкий тон, и можно сделать тон достаточно плотным. И я заметила, что моментально улучшается тон кожи, он становится идеально ровным. Мгновенно приобретается эффект молодой кожи именно из-за гиалуроновой кислоты и питательного комплекса. Вскоре появится в продаже сменная подушка, пропитанная тональной основой кушон.